На крупнейшей дорожной развязке Гагаринского района, круговом перекрестке улиц Руднева, Меньшикова и Выключука, изменилась схема движения. Во-первых, поменялся порядок для пешеходов. На всех переходах установили светофоры. Во-вторых, переход на въезде на развязку с улицы Выключука при движении от площади 50-летия СССР перенесли на несколько метров в сторону ЦУМа. И в-третьих, изменилась схема проезда у автомобилистов. Главное изменение. Появился прямой поворот к торговому центру «Муссон» с улицы Руднева. Теперь водителям не нужно въезжать на кольцо с заправочным комплексом. Этому же направлению отдан приоритет движения при въезде на круговой перекресток. Движение от торгового центра «Муссон» организовано следующим образом. По правой полосе теперь можно повернуть только направо. Левая полоса – движение только прямо на развязку. Еще одно нововведение – привычного въезда на кольцо со стороны улицы Репина от центра занятости, а также поворота направо на улицу Выключука больше нет. Основная причина изменения схемы движения и перехода, как пояснили в Дептрансе, увеличение уровня безопасности для всех участников – и автомобилистов, и пешеходов. Транспортная развязка на пересечении улиц Выключука, Меньшикова, Руднева до недавнего времени являлась местом концентрации ДТП.